В Швейцарии сегодня должны возобновиться межсирийские переговоры, приостановленные в начале февраля. В Женеве ждут и делегации правительства Арабской Республики и оппозиции. При этом сирийские курды, как сообщается, приглашение опять не получили. Между тем, представители оппозиционных партий и влиятельные общественные деятели Арабской Республики объявили о создании инициативной группы для завершения разработки новой конституции страны. Они называют это главной задачей. Договоренность была достигнута накануне в ходе встречи на авиабазе Хмеймим, где работает российский центр по примирению. Там же участники подтвердили, что готовы выполнять условия совместного заявления Москвы и Вашингтона об остановке боевых действий и поехать в Женеву на межсирийские переговоры. Военное решение конфликта, по их мнению, невозможно.